Канун Нового года – время подвести итоги. Представители владимирского бизнеса и власти обсудили, какие проблемы удалось решить за этот год, а какие только предстоит. Так, в РИО заместитель губернатора Максим Бурсенцов отметил, что регион сегодня устойчиво развивается в экономическом плане. Это играет на руку предпринимателям. Потому что вы, создавая рабочие места, даете возможность жить семьям, развиваться семьям, учиться детям и действительно получать возможность развития области. Ускорять развитие области. За развитием малого и среднего предпринимательства в районах будут следить коррекционные советы. Их задача – услышать проблему предпринимателя и помочь. Наладить диалог, найти пути развития или защитить. Первые коррекционные советы уже работают в Александровском, Гороховецком и Ковровском районах. В 2019 году создадут и другие. Уровень таких мероприятий, его надо повышать, качество, естественно, надо тоже повышать, но коррекционные советы, повторяю, они все-таки у нас основаны на постановлении губернатора, и исполнять его в любом случае нужно, и это, соответственно, требование в том числе и главам. Участвовать в советах приглашают контролирующие органы и муниципальные власти. График встреч появится на сайте уполномоченного по правам предпринимателей Владимирской области. Карина Романова, Евгения Волкова, Стас Трегубов, Петр Соколов, Губерния 33.